So today's story is very special. My background is in neuroscience, and that was the reason why I was introduced to Valeriy. Here, we discuss life adventures, challenges, and the power of personal branding. I'm your host, Julia Juliati. Welcome. Valeriy was on his way to the United States to meet Dr.Canavero, an Italian researcher, scientist, surgeon, who was coming also to United States to present his groundbreaking research to American top scientists and surgeons, and to propose to do the first in history head transplant surgery. So Valeriy was the candidate for this surgery. Valeriy, many people follow this story, but some people just don't know the story. So I would ask you to give us a summary what actually happened. Всем привет. Меня зовут Валерий Спиридонов. Я долгое время занимался интересными делами в своей жизни, но так случилось, что где-то в 2014 году я увидел репортаж по телевидению в новостях о том, что некто доктор Канавера планирует сделать эксперимент, о котором я раньше читал только в книгах, книгах других ученых, книгах научных фантастов, по трансплантации человеческого тела. На тот момент мне казалось, что это интересная идея, как минимум в моем случае, либо в случае людей, у которых тяжелое заболевание, которое невозможно излечить другим путем, кроме пересадки головы. Я посчитал разумным связаться с доктором Канавера, предложить ему свою помощь, сотрудничество в том, чтобы сделать это вместе. Мне хотелось помочь ему со стороны именно пациента, как участника этого эксперимента, и показать всему миру, что такая технология крайне востребована в ситуациях, которые нельзя исправить никак по-другому. Я связался с ним, он достаточно быстро откликнулся. Я был очень рад этому, потому что мне казалось это очень сложным. Мне казалось, что люди, которые делают такие исследования, недоступны для контакта, сложны в общении. Но в отношении Канавера это оказалось не так, мне повезло. Мы с ним начали общаться. Я показал ему то, что я не просто хочу сделать этого, чтобы это ни стало, но то, что я знаю детали того, чем он собирается заниматься, из книг, из научных работ других ученых, Владимира Демихова, Роберта Уайта, которые пытались сделать подобные эксперименты раньше, давно, на животных, конечно, с очень ограниченным успехом. Доктор Канавера привлек мое внимание тем, что он сообщил о ключевом достижении этой технологии, а именно возможности связывания нейронов спинного мозга в месте повреждения или в месте разреза. Это был тот ключ, которого не хватало предыдущим его предшественникам. И поэтому мне казалось, что до осуществления задуманного, в принципе, какое-то достижимое количество шагов можно уже сделать. Безусловно, мне хотелось быть первым, мне хотелось помочь людям сделать первый шаг в этом направлении. Поэтому, да, я предложил ему свои услуги.
И, в общем, с тех пор моя жизнь изменилась. Расскажи, как про твою поездку сюда. Как ты здесь оказался? Что произошло здесь? Весной 2015 года была запланирована конференция по нейробиологии, нейромедицине. Околомедицинская профессиональная конференция, на которую был приглашен доктор Канаверо и я. Конференция состоялась в городе Анаполис, в Соединенных Штатах, около 3 часа от Нью-Йорка. Мне помогли друзья, которые у меня здесь находятся. И я приехал, я был окружен заботой. Спасибо тебе, Юля, что все взяла на себя. Мне было очень комфортно, я чувствовал себя как дома. Я чувствовал себя в кругу друзей. Мы встретились с доктором Канаверо первый раз, лично. Мы пообщались немного. И с тех пор мир был уверен, что мы двигаемся к осуществлению поставленной цели. Само пребывание мое в Соединенных Штатах было недолгим, но очень ярким. Я до сих пор помню детали этой поездки. Я помню, как Юля показывала мне Нью-Йорк. Я был в восторге от паромной экскурсии, от похода на Таймс-сквер и от всего того, что нам удалось увидеть по дороге. И, конечно, я чувствовал себя очень спокойно, очень уютно. И я понял, что мир гораздо больше, чем я думал раньше. И люди, которые могут стать твоими друзьями, могут находиться во многих частях мира. Конференция в 2015 году, по моим ощущениям, закончилась противоречиво. Да, доктор Канаверо выступил. Возможно, он набрел ряд сторонников. Кто-то заинтересовался его исследованиями. Но, к сожалению, эти исследования настолько необычные, настолько противоречивые, настолько по-своему экстравагантные, что немногие ученые, к сожалению, насколько мне известно, открыто выступили в поддержку дальнейших исследований в силу разных причин. Это были этические причины, это были причины, связанные со сложностями законодательства, которое, конечно, не позволяет делать такие эксперименты с людьми. Это были причины, связанные с репутацией, потому что не все готовы ставить свое имя рядом с такого рода исследованиями, которые, видимо, по мнению научного сообщества, недостаточно подтверждены. Ну, это, в принципе, случается с любым новопроходцем, с любым новым, да, что никогда еще не было сделано. То есть это как бы ожидаемо. Что пробить как бы стенку очень тяжело. Я не могу сказать, что для меня это было неожиданностью. Хотя, конечно, мне хотелось, чтобы больше людей из профессионального сообщества были заинтересованы в этом. И даже мои попытки уже здесь, когда я приехал в Штаты, наладить связь с лучшими хирургами Майами и доктором Канаверо, эти попытки провалились именно в силу названных выше 3 причин. Но я сделал все, что мог. Был ты разочарован? Я был спокоен. Мне хотелось большего, но я получил очень много. И я думаю, что я благодарен тому, что произошло. Я очень счастлив тем возможностям и тем путям, которые передо мной открылись. Я очень рад, что у меня появились
новые друзья. Что касается самой операции, я не могу сказать, что это поставило или это ввергло меня в депрессию. Нет, этого не произошло. Но многие, кто следили за этой историей, ожидали, как бы думали, что это твой последний шанс. К сожалению, наверное, это так выглядело со стороны. Да, я понимаю. Но действительно, будем честны, диагноз спинальная мышечная амиотрофия до некоторых пор был неизлечим. До совсем недавних пор. И ты даже в первом интервью, если посмотреть его, ты говорил, что, в принципе, тебе предсказывали очень короткую жизнь. Моя жизнь должна была закончиться сначала в 7 лет, а потом в 20 лет. Теперь я жду новые ставки. Давай сделаем 120. Давай, хорошо. Я уточнил свой диагноз. Это амиотрофия SMA type 2. Что это значит? Объясни. Это амиотрофия приводит к тому, что у человека с возрастом на очень раннем этапе проявляется слабость мышц. Это относится как к скелетным мышцам, так и к мышцам внутренних органов, возможно, сердца. То есть в целом отсутствует необходимый набор генов для генерации протеина, который отвечает за рост мышечной массы. Амиотрофия первого типа является самой тяжелой. Люди с ней действительно живут крайне мало. И до некоторых пор мне казалось, у меня были данные о том, что у меня амиотрофия именно первого типа. К счастью, когда я провел дополнительные исследования, кстати, совсем недавно, у меня оказалась амиотрофия второго типа, что означает то, что да, у меня слабые мышцы, но у меня нормальные ожидания жизни. К счастью, технологии подоспели к этому. На рынке появился препарат для орального применения, так называемый сироп, который позволяет остановить прогрессию SMA. Не повернуть ее вспять, но остановить. Это значит, что болезнь не будет прогрессировать, что я сохраню подвижность на текущем уровне, то есть я смогу продолжить пользоваться компьютером сколько угодно долго. Это достаточно серьезно для меня, потому что я работаю с компьютерными технологиями. У меня диплом инженера компьютер сайенс. Время заняться своим здоровьем у меня появилось совсем недавно, где-то в январе 2023 года. Мы сделали дополнительные тесты, генетический тест, и теперь мы движемся к тому, чтобы получать это лекарство. То есть прогресс остановлен твоей болезни. То есть следующий шаг будет реверс. Я надеюсь. Здорово. Спасибо. Это здорово. После отказа в операции, что случилось дальше? Какое-то переосмысление жизни, целей? Операция никогда не была для меня планом A. А я не ставил ее в приоритеты для всей своей жизни, и я понимал, что она может случиться, а может не случиться. И поэтому я не переставал заниматься образованием, я не переставал заниматься собственной карьерой, собственной личной жизнью. И я не ставил это на паузу для того, чтобы ожидать результатов или решения о принятии или назначение этой операции, или в начале этой операции. Я продолжал заниматься компьютерными технологиями, я много учился, я получал практику, и в один момент, в том числе благодаря тому, что я стал, наверное, немного известен, со мной связался
теперь мой хороший товарищ, который рассказал мне, что есть возможность при моем желании получить дальнейшее образование за рубежом, в частности, в Соединенных Штатах. Я подал заявку, я общался очень много с преподавателями разных направлений. Мне повезло, я достаточно быстро нашел отклик среди них, и в 2018 году я уже был в США как студент. Ну, давай расскажем про самое интересное. Что для тебя самое интересное? Что случилось в личном плане? Много всего интересного, действительно. Это самое интересное. И самое важное, я считаю. Я очень счастлив. Я женат. У тебя красивейшая жена. Мы встретились в 2016 году, незадолго после начала широкой известности моих намерений. И моя будущая жена, как ни странно, написала мне с целью отговорить меня от того, что я хотел сделать. Она посчитала, что я могу быть достаточно счастлив, успешен и хорош собой в том состоянии, в котором у меня было уже тогда. Мне стало это интересно, я ее выслушал. Я все еще немного смущаюсь. Мы очень быстро поняли, что нам хорошо вместе. Мы проводили много времени, мы ездили вместе в те места, где им нужно было находиться по моей работе, по моим встречам. Она помогала мне во всем. Она считала, что мне не нужно ничего в себе кардинально менять. И мы поженились, и когда мы приехали в Соединенные Штаты, мы поняли, что у нас будет сын. Сегодня ему 5 лет, он полностью здоров, он замечательный, активный, веселый, он всегда находит поводы и варианты, как со мной можно поиграть. Он читает мне книжки, мы с ним вместе много гуляем. Он уже несколько лет ходит в детский сад, в школу, в другие секции. Он и спортсмен, и интеллектуал. И моя большая гордость. Я знаю, что у многих будет вопрос, а не передается ли твоя болезнь по наследству? Это справедливый вопрос. Это действительно генетическое заболевание. Тем не менее, важно учитывать генетику не только мою, но и моей супруги. И это заболевание передается только в том случае, если склонность, не склонность, предрасположенность к этому заболеванию есть у обоих. Во всех других случаях этого не происходит. Для того, чтобы не рисковать, конечно, мы сделали исследование. И оно показало, что мы можем делать все, что хотим. А вы собираетесь продолжать? Да, у нас есть... планы на следующего ребенка? У нас есть желание, у нас есть мечты о том, что, наверное, вдвоем им будет интереснее, чем одному. Так, в общем, и возможности появились, и представление о том, что это, наверное, если не главное, то одно из важных частей жизни, того, для чего ты живешь, и тебе интересно ждать предложения, тебе интересно видеть, как растет твой ребенок, и это действительно ценно, это, возможно, даже ценнее, чем то, что я мог бы приобрести, если бы моя первоначальная затея закончилась успешнее.
Расскажи, чем ты занимаешься сейчас здесь. Я профессионально борюсь с хакерами. Что это значит? Я занимаюсь кибербезопасностью. Это то, чем я мечтал заниматься долгие годы раньше. И у меня появилась возможность заниматься этим в Соединенных Штатах. Это крайне востребованная отрасль IT-технологий, которая помогает компаниям защищать приватные данные своих клиентов, данные транзакций в секрете. То есть те новости, которые ты читаешь, когда какие-то данные утекли в сеть, обычно говорят о том, что кто-то был либо очень хорошим хакером, либо плохо работал в сфере кибербезопасности. А вот я нахожусь как раз по ту сторону баррикад, которая противодействует взломам. Но понимая другую сторону. Да. Это здорово, это так интересно. Это действительно здорово, и я очень увлекался вообще этой субкультурой раньше. Я, наверное, с тех пор, как посмотрел фильм «Матрица», или, может быть, даже раньше, был очень увлечен этой темой. Но заниматься этим профессионально мне получилось здесь. Я этому очень рад. Я делаю это достаточно хорошо. Моими клиентами в прошлом являлись компании Google, PwC, другие крупные компании. Сегодня я даю частные консультации. Это сегодня дает мне уверенность в том, чем я буду заниматься следующие 20 лет. То есть ты уже запланировал следующие 20 лет? Мне очень интересно. Я вижу себя, наверное, в этой перспективе. И мне кажется, что жизнь настолько обретает смысл, и все больше и больше. Возможностей появляется все больше и больше. И мне это нравится, я пытаюсь этим пользоваться. То есть у меня такое впечатление складывается, что ты человек, который делает то, что он хочет. Да, я очень стараюсь. В пример большинству людей. Я очень стесняюсь, когда мне говорят, что я вдохновляю, или что я являюсь примером, но... Ты вдохновляешь. Тут другого просто слова нет. Я очень рад, если я могу показать, что даже имея достаточно скромные стартовые данные, можно при желании и некотором усердии действительно делать то, что ты хочешь, можно многого достичь и быть очень счастливым в своей жизни. Те, кто встречают тебя в жизни, знакомятся с тобой, я точно знаю, потому что говорю про себя, ты человек, который просто меняешь отношение к жизни вообще полностью. После знакомства с тобой я перестала жаловаться вообще. Потому что если ты можешь достигать вообще всего, чего ты хочешь, то какие вообще у меня могут быть комплейны? О чем я вообще могу жаловаться? Спасибо, мне приятно. Но ты искренне считаешь, что жизнь яркая и не стоит тратить время на комплейны? Или просто потому, что я всегда знаешь, была оптимистом. Но я никогда не была до такой степени оптимистом, когда я познакомилась с тобой. Серьезно. Спасибо. Ты просто дал мне такой пинок, как говорится, позад. Я очень рад, что мое появление в поле твоего зрения изменило твои мысли в эту сторону. Действительно, если люди, зная обо мне, смогут больше любить свою жизнь, больше ценить ее, понимать, что перед ними открыто гораздо больше путей, чем они думают, значит, я уже делаю это не зря. Ты точно делаешь это не зря. И я считаю, что чем больше людей о тебе узнают, тем лучше для всех, для нас. Спасибо. На самом деле. Тебе нужно быть на сцене, тебе нужно просто быть перед людьми и рассказывать свою историю всем. Я подумаю об этом. Потому что это настолько мощно. Таких людей, как ты, я не знаю вообще, кто еще, которые вдохновляют, настолько сильно вдохновляют. Спасибо.
Какие планы на ближайшие 5 лет? Мы хотим 2-го ребенка. Мы точно будем заняты в ближайшие 5 лет обустройством нашего нового дома. Ты считаешь себя счастливым человеком? Я считаю себя необыкновенно везучим, но мое везение и мое счастье, безусловно, результат большого количества усилий. Очень ну, разве это везение? Давай скажем правду в глаза. Это не везение. Это просто ты так решил, что так у тебя будет жизнь. И ты все делаешь для этого, чтобы она была такая. Это ты. Это не везение. Спасибо. Наверное, еще потому, что мне не хотелось, чтобы моя жизнь не была такой. Мне хотелось, чтобы она была именно яркой, чтобы она привлекала внимание, чтобы она ни в коем случае не вызывала жалость. И я думаю, что у меня получается. Почему это для тебя важно? Не вызывать жалость? Мне казалось, что человек – это гораздо больше, чем то, как он выглядит, чем то, что он физически может делать. И поэтому, когда людей определяют или судят по этим критериям, меня всегда немного расстраивает. И поэтому мне хотелось это изменить. Для тех людей, которые в трудной ситуации, которым плохо сейчас, которые не знают выход из положения, что ты скажешь? Это очень большая ответственность. Так, не надо. Ты человек, который принимает решения, поэтому я тебя спрашиваю этот вопрос. Я думаю, что основополагающим в любой ситуации является сначала, конечно, желание ее изменить, и потом упорство в прикладывании усилий каждый день. Потому что это не закончится каким-то одним действием, или одним решением, или одним событием. Это действительно череда ваших шагов, которые вы будете делать для того, чтобы жить как хотите. Любой может быть счастлив? Да, конечно. Что тебе дает энергию? Чем ты вдохновляешься? О, много всего. Я не знаю, обо всем ли мы можем говорить в рамках этой передачи. Обо всем. Давай из того, что мне 18+, я скажу, что меня вдохновляет красота. Меня вдохновляют такие же сильные люди. Меня вдохновляют люди, которые делают то, что другие боятся делать. Я думаю, что... А много таких людей вокруг? Я стараюсь себя ими окружать, правда. Не стесняйтесь писать мне, не стесняйтесь рассказывать свои истории, не стесняйтесь задавать вопросы. Я всегда говорю, что я открыт, я люблю делиться настроением, впечатлениями, эмоциями. И для тех, кто хочет с тобой больше общаться и тебя узнать, где можно тебя найти? Я есть в Инстаграм, в Ютуб, в Телеграм. Как тебя найти можно, по какому имени? Валерий Спиридонов. Валерий Спиридонов. Я дам ссылки. Угу. Да, мы это поместим под видео. Спасибо. Линк. Угу. Прекрасно. Поэтому Валера ждет ваших вопросов, комментариев, поддержки, вдохновения. Спасибо. Спасибо огромное за Спасибо. Часть 2. Я надеюсь, что будет часть 3. Я уверен в этом. Я уверена в этом тоже. Потом 4, 5, 6
и там посмотрим. Спасибо огромное, как обычно, вдохновляешь. Просто я очень рада, что очень много людей тебя увидят и послушают опять. Я рад, что тебя тоже увидят. Так что, если вам понравилась наша история сегодняшняя, лайк. Follow us, Валера. Follow me on YouTube for more stories, and all the links will be under the video. Thank you. Thank you.